Здравствуйте! Сегодня в нашей студии Александр Юрьевич Подвиг, как я и обещала, человек, который стоит у истоков, значит, такой масштабных работ на карте героев на старом кладбище Шымкента. Саша, скажите, пожалуйста, вот начиналось все много лет назад. Вообще с чего начиналось? Вообще вот откуда, вот как нам на голову упала, так сказать, эта история карты героев? Ну, я хотел бы сказать то, что начинали мы все это дело в 98 году, это с того времени, как мы организовали общественное объединение «Соотечественник». Вот, и собрались, и, кстати, было бы по инициативе Валентины Куприяновны. Она предложила такую идею поехать на карту героев и навести там порядок. Там было все заросшее, в общем-то, ну, одним словом, там только одно слово было — «карта героев». Там все было в зарослях. Потому что в советское время как-то еще ухаживали за этой картой, а потом забросили. И вот нам пришлось все это восстанавливать. Мы где-то несколько машин там, только одних дров увезли оттуда. Вот. Ну, конечно, подключались не только мы, подключались и работники ЖКХ в то время, которые работали здесь у нас. Mm-hmm. Вот. Работники Акимата. В то время он назывался не Акимат, а управление. Отделы по работе с населением, так она называлась. Вот, в том числе я там работал, и вот все с этого и началось. Ну и потом как-то эту работу продолжили, начали проводить мероприятия ежегодные ко Дню Победы на 9 мая. Это было традиционно у нас. Приглашали ветеранов войны, вот, устраивали там небольшой митинг, были какие-то сценки. Одним словом, даже ветераны нам говорили: услышать, говорят, нам это больше нравится, чем вот сидеть где-то в кафе, извиняясь, куда нас зовут, и нам наиболее, больше даже доставляет удовольствие вот здесь посидеть, выпить там 50 грамм своих фронтовых и поспоминать своих друзей. Вот. Ну, в общем-то, это все запало, так сказать, мне, так сказать, в душу, а потом думаю, ну как-то получилось, что я начал продолжать все это дело, чтобы оно не затихло, потому что я имел какие-то полномочия, тем более я в Акимате работал, мне легче было все организовать. Mm-hmm. Там. Вот, школы привлекали туда, очень много было школьников, которые приходили, буквально наводили порядок там. А потом, естественно, это все вошло, так сказать, в традицию, и вот до настоящего времени. Потом стал вопрос, а как же все-таки быть, я же тоже не вечный работник Акимата. Вот, и не все же, допустим, зависит теперь от меня. Надо сделать, наверное, так, чтобы это все осталось. Uh-huh. Потому что одними субботниками, так сказать, карту героев не восстановишь, если ты не будешь в этом отношении. Надо как-то все-таки сохранить то, что мы сделали, а делали мы, в принципе, немало. Мы привлекали большую технику, там, тяжелую технику, когда я еще работал на ТЭЦ-3, был пресс-службой. Вот, и к 65-летию мы готовили тоже карту героев, потому что часто там были случаи вандализма, вот, многие могилы просто разбивали их, там даже звезду сломали на памятнике, там, на обелиске, пришлось все восстанавливать. Раза три только заборы мы меняли, потому что у нас все-таки металлический забор, его вносили. Раз шесть мы меняли только ворота за все это время, там, правда, не ворота, а маленькая калиточка. И вот надо было просто сделать так, чтобы этим вопросом занимались на государственном уровне. А чтобы и занимались, это, естественно, надо было все восстанавливать, приводить все в порядок, сделать реконструкцию, чтобы поставить на баланс ЖКХ. Саш, получается, вот как только тема карты героев поднялась на уровень уже действительно государственный, да, на уровне исполнительной власти, был создан и сайт. Да, сайт был создан, это, кстати, специально для этих целей, чтобы вся информация вот была заложена в этом сайте. Потому что я говорил, что я еще не вечный человек в этом мире. И переписка длилась очень долго, можно сказать, сколько, почти около 4 лет, начиная с 2011 года. Только мы сайт создали, вся информация официальная вот, находится в этом сайте. Все рубрики газет, посвященные этой теме, тоже находятся, кстати, в сайтах. Вот, там вся информация, которую
передавалось через республиканский СМИ или через наши областные или городские, тоже находится там. В том числе и не только газетная печать там, вот, но и электронная. А вот получается, что рано или поздно, конечно же, пройдет реставрация карты героев. Надеюсь. Ну, так, чтобы не сглазить, да, может быть, лучше об этом действительно особо и не говорить, пока не начались работы. Но сделают, и за этим же надо будет следить. И все равно состояние карты героев должно иметь хозяина, что ли. Должно иметь какого-то ответственного человека, который будет. Вот, как вы на это смотрите? В этом смысле мы были с работниками ЖКХ, которые, в принципе, определяли объем работы, который там должен быть сделан. И стал вопрос так, а как же быть дальше? Ну, я говорю, как? Сначала давайте, говорю, сделаем все, как положено, ведем там порядок, сделаем реконструкцию, а потом будем ставить вопрос, а чтобы поставили на баланс ЖКХ. Для этого опять-таки нужны деньги, вот, чтобы она, так сказать, опять не была закрыта эта тема. Да, но мне главное все-таки, мне кажется, что главное все-таки добиться, да, добиться, чтобы поставили на баланс. А там волен с неволенцем придется, да, выделять определенные деньги ежегодно на содержание собственного объекта. Я говорю, это же не должно все опять остаться так, как оно было, бесхозным. Вот. Об этом тоже, кстати, депутаты задумались. И, кстати, им большое спасибо за то, что они делали и депутатам областного маслихата, вот, и нашим депутатам городского маслихата, которые, в общем, оказали помощь и Ташкараеву, и Бухарбаеву, которые пробивали этот вопрос, и всем депутатам, которые, в принципе, проголосовали единогласно по этому вопросу. Вот, знаете, как-то с людьми разговариваешь, и вот люди говорят, конечно, все зашевелились, потому что 70 лет празднования, да, Великой Победы в войне. А мне кажется, что люди зашевелились не из-за этого. Наверное, все-таки приходит время, да? У каждого человека оно свое, да? Будь то чиновник, рабочий, служащий, потому что нет ни одной семьи. Ну, это какие-то вообще безродные, бездомные вот совершенно люди должны быть, которых война не затронула, да? Даже если это третье, четвертое уже, и, по-моему, уже пятое поколение есть людей, которые выросли после войны, которые растут после войны, да? И обязательно это были деды, прадеды, отцы, дяди, тети, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Вас война коснулась? Ну, конечно, коснулась. Война, в принципе, у меня погиб мой дядя, это старший брат моей матери. Вот, и, кстати, он очень, кстати, юным, ну, не сказать, в общем-то, очень молодым ушел на войну. Вот, дописал себе год, проучился там где-то около года на командирских курсах, а потом его отправили на фронт. Он был командиром танка и погиб на Украине. Вот. И мне хотелось тоже что-то сделать, потому что я так туда так и не смог ни разу попасть. Так вот получилось. Хотя мой отец был там и брат младший, а я вот там не был, там ни разу. А сейчас вот, тем более сейчас затруднительно туда попасть. И то, что касается, опять-таки, с моей стороны, и со стороны моего деда, который со стороны отца, там тоже прошел, он был полковником, прошел всю войну. От начала до конца был командиром полка тяжелой артиллерии голубичной. Вот. Ну, в общем-то, все было связано с войной. И мой отец тоже был в оккупации под немцами. И, в общем-то, эта тема была всегда у нас на устах. И, ну, честно говоря, мне всегда давали повод, чтобы и в фильмах, и в, это, кстати, и в литературе эта тема касалась лично меня, потому что все-таки мы жили этой темой, темой войны. Вот. А тем более мой отец это все это дело переносит на себе, и он знал, что это такое. А потом на этой карте героев, будучи, так сказать, учителем школы, моя мама, Галина Ивановна, тоже оказывала там помощь. Она приводила туда детей. Ну, это не только она, допустим, с 10-й школы, а и другие школы были. Кстати, там те цветы, которые были посажены, это были посажены цветы ее руками еще с тех пор. Вот, видимо, все это дело было как-то
Саш, вот вы сказали, что ваш... Продолжением того, что я делаю сейчас. Вы сказали, что ваш дядя приписал себе год. А как вы думаете, в экстремальной ситуации, в какой-то сложной ситуации, и не говорю про вот конкретно по отношению к нашей стране, потому что, ну вот к родной стране, да, а вот как вы считаете, нынешняя молодежь может вот так вот приписать себе год и пойти на верную смерть? Возможно, на верную смерть. Вы знаете, с одной стороны, в общем-то, я сталкивался со многими людьми. Вот когда был Советский Союз, тогда легче было, наверное. Каждый бы мог пойти на фронт. Просто сейчас люди стали забывать, а нам, то есть отцам, да, приходится как-то напоминать своим детям, чтобы они не забыли эту тему. Потому что рано или поздно история, в общем-то, идет, и годы идут, и все забывается. И все это делается для того, чтобы наши дети, наши внуки не забыли эту тему, а тему войны. Вот в этом отношении я хотел бы, в принципе, обратиться, кстати, к своим сверстникам, да, у которых есть дети свои, может быть, даже уже и внуки появились. Я думаю, что и надо бы все-таки обязательно об этом говорить. И постоянно. Как-то эта тема начала забываться, сейчас опять по телевидению стали это к теме возвращаться. Все-таки тема войны – это историческая тема, будем так говорить. Это была наша победа. Вот. И она необходима. Потому что я знаю тех людей, которые говорят, слушай, ну, нам эта тема неинтересна. Совершенно. Мы не хотим там заниматься, допустим, военной тематикой. Все же зависит от нас, от взрослых, как мы преподнесем это. Да. Вот. Если мы будем, конечно, идти на поводу у кого-то, говорить, что да, может быть, вам действительно неинтересно. То как же тогда нам жить после этого, вот, если дети будут забывать. Поэтому я даже своего внука уже приучаю, в общем-то, рассказываю об этом. Вот, и было несколько раз, что мы с ним ходили, даже возлагали цветы. Вот, и он теперь знает, что такое карта героя, в принципе, и в курсе всех событий, которые там происходят. Ему, кстати, 6 лет должно исполниться. Ну что ж, здорово. Александр Юрьевич, спасибо, что вы к нам пришли, выбрали время. Это на память, такой небольшой подарочек от нашей телекомпании. Спасибо. И я хочу обратиться, наверное, ко всем нашим телезрителям с таким, может быть, каким-то даже небольшим пожеланием. Пусть тема войны всегда присутствует, но пусть она присутствует только в семейных воспоминаниях, пусть она присутствует в хороших, может быть, не совсем добрых передачах, но пусть она не выходит за экраны телевизоров, да, пусть она никогда не ступает на нашу землю, тему войны, вот так вот совершенно в реальности. С нами сегодня в студии был Александр Подвиг. Не переключайте канал. Спасибо.